Всем привет! Сегодня очередная распаковка новых заказов Спаси Флоры от производителя Питера Су. Я обожаю этого производителя, этого поставщика, потому что он сам выводит, скрещивает новые сорта. И другие производители у него уже закупают фласки с новыми сортами, которые стоят уже, ну, совершенно по-другому. Итак, начнем. Наконец я оставлю два самых желанных своих заказа и расскажу, почему они желанные. Это быстрые заказы достаточно. Я их сделала в июне, то есть ему всего один месяц. Zen Min Huena. Итак, начинаем. Так. Что? Есть бирочка с номером, который совпадает. Хорошо просушен мох. Большой плюс. Есть растущие корешки. Так, смотрим шейку. Какие листики интересные. В общем-то, смотрите, листики в хорошем тургоре. Живности я не вижу. Паутины даже никакой нет. Посмотрите, растущие кончики. Здесь, здесь, здесь. Я его отпою. Ну что? За растение я ставлю отличную пятерку. Размер 2,5, 2 пары листьев. Приходили бы все такие растения. Листики немножко здесь пожелтевшие, я думаю, это ожоги. Очень, я очень довольна. Спасибо. Следующая распаковочка. Тут два должно быть растения. Zen Min Yew и на Zen Min Turnosaurus. И второе растение Zen Min Укалель. Это тоже быстрый заказ. Я его сделала, ну, считайте, в июне, в конце мая, примерно месяц после оплаты и получения. Поехали, распаковываем. Так, первое растение Zen Min Укулель. Все растения с приставкой Zen Min, как правило, ароматные должны быть. Слушайте, шикарное растение, просто шикарное. Листики лоснятся, корень, вижу, прям растет новый корешок. Листики где-то, наверное, сантиметров 17 в длину каждой. Так. Хочу достать, посмотреть. Нет, растение не достается. Вижу растущие корешки. Растение хорошо адаптировано для горшка. Так, вот здесь какое-то что-то такое коричневое. Это, наверное, какая-то водоросль разрослась. Шейка чистая. Так, насекомые. Насекомых я не вижу. Все обработано. Знаете, такие растения получать одно удовольствие. Питеру Су спасибо, магазину спасибо. Классные листики прям такие упругие. Но это, наверное, компенсация за что-то. На Питера Су всем рекомендую обратить внимание. Я именно заказала посевы, то есть у него есть мериклоны. Мериклоны у него очень дорогие, ну, для меня, по крайней мере. Мериклоны он уже выбирает лучшие растения, интереснейшие сорта, а посевы, соответственно, неизвестно точно, как процветут, но судя по родителям. Так, второе растение, заговорилась я. Zen Min Monster. Zen Min Monster. Так. Или ему название присвоили, потому что я заказывала Zen Min E и Zen Min Turnosaurus. Я проверю, вставлю и фотографию, и все. Так, а номер? Номер 6071. Да, номер совпадает. Значит, это и есть Zen Min Monster.
Монстрик. Тут, кстати, 4 марта 2018 года присвоено. Слушайте, но это растение еще больше. Тут тоже большие листики. Вот чуть-чуть механика, но листики практически без. О, здесь цветонос! Посмотрите, цветоносик. Классно. То есть, дай бог, если цветонос не стрессанет сильно, он нас порадует. Здесь тоже, смотрите, раз растущий корешок, два растущий корешок, три, четыре. В общем, все корни живые. После полива они все пойдут в рост. Ой, спасибо, спасибо большое. Я довольна, как слон. Растение адаптированное. Вот в таком качестве хочется всегда получать растения. Хочу рассказать про оставшиеся два заказа. Зальментафлон я заказала еще в октябре. И была поставка, и Питер не подтвердил ни тафлон, ни тапир. Я, честно сказать, очень расстроилась. Мне очень хотелось этот кросс. У него потрясающие родители. Я думаю, что я об этих кроссах сделаю обязательно отдельное видео. И случайно ко мне приходит смс-ка, что заказ переведен. То есть заказ отменили, деньги мне вернули. Естественно, расстройства не было, деньги я потратила на другие растения. Вот. А потом пришла смс-ка, что заказ возобновился, и он находится в стадии доставка. Просим платить. Немного дороже вышел этот заказ. Ладно, поехали распаковывать. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water. Watch you come and go home. Ну что? Зенминтафлон. Ура! Он с цветоносом. Ну, чуть-чуть листик молоденький с механикой. Хорошее растение, у него такие листики. Тоже адаптирован в горшок 2,5. Образцово-показательное, можно сказать, растение. Листики в хорошем тургоре, чуть-чуть сниже, но это я продираюсь в отличном. Живность. Живности нет, я вижу маленькое черное пятнышко, но я все равно их обработаю фунгицидом Previcura Manager. Потому что сегодня жарко, доставка потрясающая. Спасибо большое. Тафлон теперь у меня главное, теперь его взрастить. Отличное растение. Придраться не к чему. И шейка хорошая, и крышки хорошие. Питеросу респект. Ну и последняя быстрая распаковка. Это тот самый Зенмин Тапир, которого я как раз-таки тоже очень мечтала. И тоже его сделала в октябре с предыдущим заказом, который мне не подтвердили. Итак, поехали. Так, Zen Min Tapir. Чуть-чуть механика здесь есть у листика, жаль. Но, слушайте, ну очень хорошее растение. Нижние листики пожелтевшие. Так, ну вот здесь я вижу чуть-чуть что-то было, но видно, что была обработка, и все, извините за мой французский, подохло. Так, ну эти листики нужно будет снять. Корень растущий. Ну что, все растения шикарные. Шикарное растение. Спасибо, что были со мной на распаковке. Растения все, всеми я довольна. Редкий, прям вот редкий случай, когда ну просто слов нет. Еще хочу обратить внимание, что
Есть такое мнение, говорят, что растения от Петросу не любят сразу быстрой пересадки, что они плохо адаптируются, что их лучше подержать вот в этих горшочках, дать им адаптироваться, чтобы они начали расти, а потом уже их пересаживать, что вот этот момент нужно учесть, чтобы не погубить растения. Спасибо, что вы были со мной на распаковке. Вам желаю, чтобы ваши растения вас радовали быстрым цветением, быстрой адаптацией. И буду с вами прощаться. Пока-пока и увидимся в комментариях. Ай, как я рада, как я рада, как я рада. Спасибо большое. Ура, ура, ура.